Всем привет! Сегодня буду снимать видео, ну такой даже как бы не прохождение, а именно обзор. Обзор трех игрушек и свое субъективное мнение по тому, как они выглядят, по звуку, ну и вообще, то есть, что лучше, на мой взгляд, например. Хотя они все в своем роде такие одинаковые. Ну, как одинаковые, не совсем одинаковые, по графике они не отличаются все. То есть Павлов — это уровень такой высокий, но там есть свои как бы косяки. Ну, бета-версия бесплатная, можно через сайт-квест установить. Контракторс — это такой, ну, более такой как бы аркадный, что ли. Но все равно офигенный шутер, очень такой энергичный. И Onward, он более тактичный, наверное, если как бы играться в него в мультиплеере, то будет очень-очень здоровски. Вот. Ну, начну свой обзор, наверное, с Onward. Буду по возрастанию идти. То есть сразу то, что мне менее понравилось. Ну, у него есть свои, все равно, есть свои такие, я бы сказал, плюсы. Вот. Тактически вот такие моменты, может быть, в нем круто обыгрывать. Сейчас посмотрим вообще, что он из себя представляет. Если кто не играл, то есть посмотрит, как он выглядит на Oculus Quest 2. То есть на ПК-версии я в эту игру не играл. То есть графика, я не знаю, то есть она будет лучше или хуже. Так. Центрируемся. Так. Ну, менюшка здесь как бы в принципе простая. Есть домашняя страничка, можно тут посмотреть какие-то новости, там новинки и так далее, потом так, мультиплеер, тут есть коп, ну, и другие режимы, потому что, не знаю, социальная какая-то штука, да. Я обычно синглплеер играю с ней, потому что, не знаю, я когда в нее активно пробовал как-то поиграть, я был с плохим интернетом и, ну, мультиплеер даже не заходил. О. Ладно, пойдем на полигончик. Посмотрим, что там и как там. Так. Ну, тут у нас представляют выбрать направление. То есть это больше как если взять как в Counter-Strike. То есть это контртеррористы, я так понял. Это типа наоборот, контртеррористы и террористы. Да. Это волки и марсок. Не знаю, что это значит. Я человек хороший, буду хорошим, неплохим, не террористом. Так. Оружие тут выбирается по такому принципу. Мы выбираем, что нам нужно. Вот. АУК. АУ-16. 4. Ого. Вот. Такое не хотим. Вот у нас МК. 39. Ну, вот такая больше винтовка, наверное. По снайперской. АУК. АК-5С. Ну, я пока точно не возьмем. Ну, МК-16 возьмем. Так. Здесь возьмем блок 17. Почему? Потому что вот этот пистолет, он в этих трех игрушках выглядит как бы слегка по-разному. Ну, здесь как бы зависит, конечно, от модели, скорее всего. Ну, все же. Так, и поставим на него, наверное, если можно, климатор, да. С климатором посмотрим, потому что тоже есть момент по анимации один. Так, по очкам 20-20 я вписался. Окей. Вот наш полигон. Единственный момент, я видео буду снимать, здесь еще не вышло новое обновление. В новом обновлении вроде бы можно будет в настройках квеста выбрать глаз для записи. То есть у меня основной глаз получается ведущий левый. И я часто, когда прохожу, я всегда целюсь левым глазом, видите? И вам ничего не видно, как я прицелюсь. Вот. Потому что камера идет на правый глаз. На правый глаз.
Баллистика, наверное, чуть-чуть работает, потому что я вроде целюсь как бы выше, а пуля идет вниз. То есть в этом плане баллистика работает. Перезаряжается здесь на Y. Нет, не на Y, на A обойма выкидывается. Обойма берется грипом. Вот так вот. Выглядит он наберет вот так. Чпок, засунули. Смотрим. Вот. В анимации. Коллиматор идет вместе с затвором. Это здоровски. Вообще как бы у них нет ни бликов. Они как выглядят как матовые какие-то мелки для рисования. Вот. Единственное, что прикол. Затвор можно брать в любом месте, но он будет как бы, нет анимации, то есть в многих, вот в Павлове, например, ты когда берешь затвор, то у тебя сразу анимация переключается, и он чпок, как бы, ну, рука перемещается в то место, где они хотят, то есть создатели, то есть аниматоры, которые придумали, вот оно как бы так и работает, как они хотят. Так, ладно, буду стараться. Ну, как бы баллистика, то есть есть пуля приземляется, как бы, ну, то есть имеется дугу, как бы. Но повреждение, как бы, давайте я больше с этого попробую. То есть, ну, надо стрелять, ну, так, переключу на одиночное. То есть, побыстро двигающиеся мишени, вот, я стреляю практически в нее. А на самом деле надо чуть-чуть брать на упреждение. То есть это, конечно, зависит от скорости пули, но не знаю, это как-то непривычно, что в большинстве игр ты стреляешь на упреждение так задолго до мишени. Что тут еще? Так, я магазин взять не могу. Вот, рукой за него только могу браться вот здесь, за эту часть. Вот. Так, выкидывается магазин тоже на А. Магазин выглядит как бы нормально, в принципе, там царапин немного, в принципе, текстура еще более-менее, но когда смотришь внутрь, ты видишь опять вот эти мелки восковые, которыми дети рисуют, что это никак не похоже на патрон. То есть, ну, моделька самих магазинов, это, конечно, важно. И опять-таки, то есть я могу руку завести сюда, и с этой стороны как бы затвор перещелкнуть. Это здорово. Вот. Есть боковой климатор. Ну, можно устанавливать. Есть оптикум и на курок. Оп, как бы откидываем. И валим уже ближе к бою. С такого климатора. Вот. И вот два. Прикольно, что здесь патрон заканчивается практически всегда. Даже тут на полигоне у меня остался один магазин всего лишь. Вот. Ладно, пойдем постреляем в комнатке по мишеням. Пройдем эту комнатку. То есть патронов, потому что я немножко потратил. Так, это у нас автомат. Вот и подсунул для автомата. Возьмем больше еще минуту. Чтобы переключить свой пистолет, то есть надо взять пистолет в руки. Ага. И потом только магазин для... Так, не понял. Уронил. Все. Полный комплект. Так. Ладно. Пойдем посмотрим, как там чего. С климатом вот здесь не привычно. Я обычно без климатов с пистолетами. Ага. Я буду стараться правым глазом. Правым глазом. О, что мы расстреляли? Правым глазом не очень. И климатор это тоже так себе. Да, вообще с климатом не удобно. Жаль, что его снять нельзя. Ну да. Ну, до конца я проходить не буду. Так, сейчас.
кстати, по звуку. Ну, сейчас мы в помещении, как бы. И звук такой, как бы, глухой. Ну, как бы, в принципе, прикольный. Но он немного глуховато так. Вот. Не знаю, не знаю. Слышу окружение, ветер. Ну, выстрелы, гильзу слышу, которая летит. Какая-то включена помощь к прицеливанию, потому что иногда ты стреляешь чуть-чуть в сторону вот, мишени, вот, и оно все равно как-то попадает. При выстреле нету ни искр, ни пламени, никакой такой эффектов от выстрела. Ну, это как-то так себе. А вот видим блик именно, ну, как будто зажигательным патроном стреляю по мишени. Ну, почему-то не было. О, еще один. Немножко промазал. Ну, вот, все. Готов. Так, патроны. Патроны, это круто. Только два моего. А это вчера это не было. Такую гранатку. Ну, гранат кидается как везде. Берешь колокольчик, чеку снял. О, пускай туда летит. Так, шумовая граната. Она. Оба. Нам бы надо посмотреть эффект, как нос ослепляет. Ну да ладно. О, сколько раз там. Не люблю целиться правым лазом, поэтому я так долго целюсь. Так, тут все постреляли. Ну ладно, уже пройду до конца комнаты. Видишь, сколько у вас тут? Треть. Правым глазом, конечно, не очень удобно. Левым как-то поприкольнее. Графика вообще окружения, как бы она, в принципе, ничего. Да и оружие, в принципе, терпимое в виде. Как бы полигонов маловато, но отражение, кстати, нет. Вот вся винтовка, она, да, пускай покрашена в матовый цвет, но есть металлические детали. Металлические детали, они тоже как бы, должны какие-то блики отдавать. И стекло, стекла как будто бы нету. Как бы пустые такие, там супер прозрачные по стекло. Это тоже как бы минус, если честно. Да, это такие придирки. Главное геймплей. Может, не знаю. Но опять-таки это все-таки бросается в глаза. То есть, когда есть игры вроде уровнем покруче, о том же квесте и выглядят прикольнее, то как бы
Надо как-то конкурировать, что ли. Вот. Ну, как бы, как-то так. Ну, сейчас зайду, наверное, покажу, как выглядит ботль. Так, вот он, есть. Вот, вот я понял. Вот так вот выглядит моделька. Не очень. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Мы выйдем. Ну и зайдем просто с ботами поварим. Так, синглплеер. А, возьмем какую-то операцию. Можно на корабле. В принципе, да. Здесь прямая такая карта. Вот. А, я вышел. Тут нету. Ну да ладно. Сейчас появится, наверное. Вот. Будем здесь и защищаем корабль. Пойдем 12 противников. Тут у нас АУК. А, не знаю, возьмем все-таки, наверное, вот эту штуку. Локу без климатора. Ну и всякие другие прибомбахи. Так, все, погнали. О, глушитель даже есть. Прикольно. Так, посмотрим, что мы умеем, как мы умеем воевать в этой игре. Ну, чуваки такие криповые слегка. Так, двоих сняли, осталось еще 10. Они могут проходить через сквозь эти двери и стрелять сквозь. Нет, сквозь дверь как бы не вопрос, спорить не буду. Через дверь можно пробить. И как бы попасть не вопрос. Но проходить сквозь эти... Так, где кто? Вообще. Да, играют они быстро, в отличие от меня. Опять-таки, они где-то были за дверьми, и меня увидели. Ну, они вообще... Мне вообще, по факту, меня видят всегда, как бы. Это понятно. Но... Как бы все, это не очень приятно, когда тебя стреляют. Дверь меня прострелит. Пойдем за ящик. Так, где-то еще кто-то. Ну, работает, как-то сработало. А, все развалили. Ну да ладно, вот такой вот получается. Здесь тактически надо как-то аккуратненько, там бац-бац, вылазишь и всех стреляешь, то есть без тактики тут никак. Вот. Ладно, это был онлайн и в принципе по 10-бальной шкале я бы ему так где-то на 7-орочку, наверное, поставил. То есть за счет тактики прикольная модель, вроде бы нормальная. Не знаю, ну, то есть, ну, текстурки бы как бы попроще сделать, было бы уже хорошо. То, что вот это не патроны лежат, это вообще какая-то лажа, реально. Вот. А так, в принципе, зачет. Ладно, будем переходить к следующей игре. Так. Следующая у нас будет... Контрактов. Так, контрактов. Запускаем. Ну, контрактов мне как бы больше нравится
не за счет того, что там графика там супер классная, она более яркая, да, там будет тоже в принципе ничего так. Но она за динамику прикольная, и в мультиплеере в нее играться очень-очень здоровски. Такая, может, больше, как бы, не то чтобы аркадная, то есть не сказал бы, что она аркадная, вот он палец, кстати, ломает себя, да. Так, есть ножи, которые можно метать, есть оружие, которое выглядит с текстурками более такими металлическими, более, то есть ты видишь, да, есть матовый, то есть все, краска оружейная есть, но есть части все равно с бликами. Это здорово, потому что когда все матовое, это как-то выглядит странно. Так, сейчас я наушники сниму с этой штуки. Так, меню тут выглядит вот так вот, вызывается на Y. Здесь что, что здесь можно сделать? Здесь можно мод устанавливать, по настройкам полазить. Вот, девайсы есть, кстати, виртуальный приклад. OneWare тоже может есть. Я как бы этой штукой не пользуюсь. Она прикольная, но мне бы какой-то девайс на джойстик, чтобы был упор. Вот, это было бы намного удобнее. Потому что ты иногда пистолет берешь, что он двумя руками. И как бы, ну не знаю, то есть тебе хочется иногда даже двумя руками держишь, так оружие как-то опустить, но ну, не знаю, мне не нравится. Приклад могу показать, в принципе, как он работает. То есть мы берем оружие, вот одной рукой оно свободно перемещается. Как я только беру второй рукой, у меня сразу приклад в плечо. А он как бы все зашибись, под правый глаз, под левый надо чуть больше наебаться. Вот, а под правый глаз оно нормально. Да, то есть вот, следов от пули нету, есть только дым от пули. Это какой-то грим. Вот, отпустили, как только руку отпустили, то есть мы можем, а так вот только вот. Можно отпускать вот так вот. В принципе, оно как бы, наверное, прикольно. Вот. Оно прикольно, наверное, когда ты еще всем сворачиваешься. Не знаю. Ну, мне не нравится. Так. Выключил штуку. Так. Здесь мы можем выбирать, получается, слоты с оружием. То есть делаем себе слоты с такими более подходящими для нас. Подходящими, как бы, как это сказать, компоновкой оружия, чтобы потом, когда мы играемся в мультиплеере, вы могли подстраиваться под игру и переключиться сразу. То есть не выбирать тут чего-то долго, а вот бац, переключились, например, и все, играете. Вот. Такие вот он сохраняет обязательно. И, например, мишку. Принял вроде. Брал этот. Так, это же у нас это. Ага, вот я не убрал. Сейф. Вот и еще раз. Вот он без глушителя слушает. Ну, почти то же самое, что глушитель. Ну ладно, сейчас полетим, посмотрим, как оно все это выглядит. Ну, вошли до пресса. Мы тянем рукой это вниз. Ну, в принципе, нормально. Отдача вверх, мы так удерживаем. Как, например, мышку, когда мы стреляем, мышку чуть-чуть вниз опускаем и, то есть, мощность увеличиваем. Магазин сбрасывается на Y, а не на А, как было. Берется тоже гриппом. Патроны, видите, выглядят уже патронами, а не какими-то непонятными вещами. Даже патрон, сколько много. Вот. Тут. Ну, кстати, сейчас возьмем другое какое-нибудь оружие и посмотрим на анимацию переключения оружия. Ну, прикольно. Опа. Крючок вот получился. Так. Так, вот минус контракторства. Вот это блок. Вот 22. Он выглядит вот так вот. Но если как бы посмотреть, то он маленький. То есть рука получается здоровенная, палец уже так сломан как-то неправильно. То есть он
грубо говоря, до мизинца, то есть он как маленький какой-то, он не выглядит так, сам по идее. Вот, плюс анимация. Вот, я беру, например, климатор остается на месте. Пуля выглядит нормально, зачетно. А вот климатор остается на месте, то есть висит в воздухе. Ну, это, конечно, обычно. Режим переключается, это круто. Вот, ну, мишеньку подергает, но на ней все пропало. Выдышки иногда появляются, иногда не появляются. Так, вот так вот он держит магазин. Ну, в принципе, более-менее. Вот, сейчас посмотрим, как. Если поменять затвор, вернее, взять другое оружие. Вот, например, тот же... Что это у нас? Так, берем. С этой стороны. Но опять-таки я руку держу так, а у меня рука переключается, как бы хватается совсем по-другому. Я думаю, если бы с этой стороны я передерживался, мне все равно рука вот так как-то показалась. Ну, а держу вроде калашников есть, у него вроде затвор с той стороны. Так, сейчас возьму. Вот, АК. Сейф. Вот калашников. Здесь несколько анимаций. Это прикольно. Что можно и так, и так. Ну это да, это зачет. А. О, видите, есть. Так, посмотрим так. Так, получится ничего сделать. Ага. Надо вынимать ингрипом. Смотрите, есть. Ламя. Ну, так себе, ну все. О, есть. Гиды летят. Слышим, как они даже падают. Не только как они там улетают. Как падают. Так, ладно, стандартный комплект. Оп. Так, ладно, давайте зайдем, побегаем, побьем ботов. Посмотрим, как это сам процесс игры выглядит. Пуп-пуп-пуп-пуп. Карту, карту, карту возьмем городскую группу меньше. Да, можно вот это. Мотов побольше, парников поменьше, ставим на хаб. Погнали. Вот. Ну, теплое как бы вообще нормально. Тут разные режимы интересные есть. Так, я буду метиться на свой левый глаз, потому что я так удобно извиняюсь, что вам будет плохо видно, как я целюсь. Так, потом бесконечно, поэтому чаще перезаряжаться. Кроме больше модели более такие яркие. Выглядят. Да что? Что вы будете делать? Вот так, сейчас, ладно. Думаю, разобрать помочь. Вот,
ладно, ну, короче, как-то так. Вот. Переходить из одной игры в другую как-то не очень удобно, привыкаешь к одному, потом к другому. Так, ладно, все это для ворки. Ну, игра, если честно, по 10-бальной системе ставлю, наверное, 9-ку, потому что игра, ну, реально веселая, я в нее часто играю. Хочу купить себе нормальный приклад и как-то сделать самому. Вот если сделаю самому, сам, то есть, то, может, даже напишу видосик, как я сделал упор под игру с винтовкой. То есть, ну, это реально удобно. Так, ну, небольшой, то есть, я видел вот на Алиэкспрессе, на Эти видел, в Амазоне тоже. Там нормальные, такие легкие, надевается просто на джойстик. Вот. И упор сюда идет сразу, то есть, уперся. И тут, как бы, вообще, то есть, тебе очень круто, как бы, играть. То есть, там жестче. И, ну, ты ощущаешь сам это все. То есть, не какой-то виртуальный, там, приклад, да. Вот. Так, ладно. Переходим к следующей игре. Следующий это у нас контрактор. Эта игра мне нравится больше, наверное, за то, что она реально, как бы, в ней лучше прорисовано оружие, в ней прикольные боты, то есть, ну, модели ботов, так, офлайн. Так, нет, не это, давайте, тренинг. Вот, зайдем сразу посмотрим, что оно так из себя представляет внешне. Так, ну, это тренировочная комната, туда заходишь. Там получается у нас манекен, как было как Вова, только тут комната поменьше. Но она выглядит намного круче. Так, тут у нас есть куча оружия, которое можно использовать. Есть даже АМГ, есть даже как это ее. Неважно. Есть даже такая штука, которую одной рукой не держишь. Вот. Ну, все нормально, перезаряжается. Берутся обоймы и патроны, если вставлять там снайперскую оружие, ту же МГшку, не гриппом, а куком. Ну, на настройках можно все это дело настроить. Если двумя руками, наверное, руками подойдешь, она не улетает. Прикольно. Так. Ну, начнем, наверное, с чего? С моделей. Модели оружия. Они выглядят просто охрененно. Вот тот же Glock. Вот так вот выглядит Glock. Он выглядит так, как должен выглядеть. Режим переключается. Ты видишь анимацию. Металл выглядит как металл. Пластик выглядит как пластик. Мы видим пламя из дула. Мы видим следы от пуль. Звук тоже хороший. Накидывается магазин на игрик. Берем опять кругом. Вышли. Вызвели. Привыкать на правый глаз. Ну, это не привыкнешь к такому. Все, четко. А, да, покажем еще. Здесь много есть всяких либо бахов для оружия. Берем просто гриппом и на курок устанавливаем. И вот приматор. Заметим, что приматор при стрельбе двигается. При движении затвора двигается. Это очень здоровски. Ты можешь в любой момент, даже в игре, если ты взял, подобрал чей-то пистолет, ты снять, повесить, например, сюда к себе. Чтобы висело, то он в любой момент взял, как раз и повесил. Или когда хочешь, например, взять другое оружие, вот, наводишь, снимаешь, вешаешь себе, выкидываешь эту пушку, берешь себе там другую, например, и все.
Также есть граната. Граната здесь прикольная, ты можешь выдернуть чеку. И вот так вот. Сейчас я там оторвет на одну руку. Ну да ладно. Здесь даже можно так погибнуть, можно сказать. Берем осколочную. Опа, кидаю туда. Ну, прикольно. Так. Что у нас из себя представляет револьверы? Выглядят они круто. Удачи у них. В целом, первая была вроде какой-то. Все. Открываем. Высыпаем. И по одну пульку вставляем. Так, такая же хрень у нас и с обрезом, выстрелили, открыли, пули выбросили. Даже если ты вставляешь новые пули, ты их можешь, если ты немножко криворук и перевернул во время там, как лазил или там спешишь куда, то есть ты их можешь выронить. Видовые, единственное, что здесь план против еще как моменты с пулеметом. Вот, берем пулемет, ломаем валим. Опа, его подклинил, потому что он перегрелся. Охренеть. И ему еще не все обойма, вот выстрелили. И смотрите, пламя изглушить. Пламя из дула есть, то есть нагревается. То есть перезарядка. Перезарядка это вообще удобно. То есть надо открыть, снять, подключить магазин, вложить ленту и перещелкнуть затвор. Развести, вернее. Ну как-то так. Куча всякого оружия. И один из минусов, наверное, будет в том, что оружие здесь не прописано. То есть надо разбираться, наверное, в оружии, чтобы его. Бойс. Ну, как-то так. Ямочка. Поставим климатом. Можно, кстати, его здесь поставить или здесь поставить. Вот, это на любителя. Можно взять ручку. Ручка всегда устанавливается в одном и том же месте. Тянем вниз, она стабилизируется. Но опять-таки мы видим, что здесь стекло, на стекле есть отражение, там даже какая-то текстура. То есть есть какие-то царапинки, и с этой стороны то же самое. Ну, здорово. Металл, он. Ну, все равно говорят быть, потому что это металл. Где-то не стал, они как бы матовые, а где-то потертые. Потому что он где-то передвигается, трется по что-то, и эти места они затираются. И становится более глянцевыми. Так, магазин тут не... А, вынимается тоже. Даже в руки уже просто так вынимается. Это здорово. Так, вот выглядят патроны. Затвор. Все как положено. Все работает. Можно на кнопочку наигрить. Или не наигрить, надо... Выкинуть в магазин. О, оп. Да, здесь, в отличие от тех игрушек, автомат вешается за плечо. Так, ладно, пройдемся по классе препятствий, я думаю, и зайду еще в бота. Посмотрим, как выглядит бот. Ну, а уже, конечно, козырная. Оп. Нравится. Правым глазом целится. Ладно, так у меня глаза уже сломались, если честно. Целится правым глазом. Так что извиняюсь, я буду, как всегда, с ним делать.
а теперь глаза двоится. Ускакали. Мы еще и слышим звук от самовешения, что немаловажно. Ну, как-то так. Она как шкала, такая полоса препятствий. Ну, все, неплохо. Так, ладно, зайдем в мультиплеер. Не в мультиплеер, а в синглплеер. Посмотрим, как это все работает. Так. Offline. Deathmatch. Hard. Ну, старт. Без разницы, какая карта будет. Какая будет, такая будет. Так. Посмотрим сейчас, что получится. Тут, когда играешь в мультиплеер, надо в матче тут валят все друг друга. Ух, нифига себе. Ладно. Купим что-то другое. Чувак, вставай. Посмотрим заодно, как ты выглядишь. О, это бот. Завалил бота. Ну, мы такие, в принципе, ничего. Оружие, правда, держит. Мощь у прикола. Мультиплеер, это, конечно, здорово. Ну, пока да. Иначе это доплая. Очень доплая. Так, посмотрите, можно здесь. Отсюда. Ну, лафа в пол. Ну, как-то так. И даже можно, кстати, самому убить все. Опа. Взял и самому убить все.
вот еще можно взять кулемет, так надо, тяжелый, хэви. Да. О, у него есть климатор. И он такой климатор. Прикольно. Так, что еще тут есть? Есть какая-то горелка, есть нож и гранаты. Ну, гранаты получилось. Свои чуваки. Похоцали. В принципе, здорово. Лишний бою. Сзади. Ну, тут ты с пулеметом попадаешь, что его долго перезаряжать. Ладно, короче. Что могу сказать про этой игре? Игра здоровская. Если честно, самая здоровская из этих шутеров. И как бы она почти как ПК-версия. Да, то есть текстуры, то есть хуже, но по самим моделям она очень детализированная, здоровская. Вот. И это очень большой плюс, если честно. Как бы графика должна быть клёвой. Пускай тут и боты какие тупые. Вот. Так что этой игрухе, конечно, 9 из 10. Почему не 10, потому что, ну, не знаю, здесь нету, кстати, да, я сказал, здесь нету, если взять оружие, например, винтовку, то к ней нету снайперских прицелов, то есть в ПК-версии есть, а здесь только можно установить климатор, и все. Бомбать много, смотреть, но нету, получается, нету снайперских прицелов. Это очень грустно. Очень грустно. Вот как это будет. Вообще суперские все. Слушаю все звуки, когда Гиза падает на землю. Вот. Ладно, такой вот получился небольшой обзор. Надеюсь, это кому-то чем-нибудь поможет выбрать игру, не знаю. Для того, чтобы. Ну, если честно, надо пробовать самим все. Опять-таки, уже это субъективное мнение. Вот, все три игры, они здоровские по-своему. Здесь, да, здесь более криповый графон. Здесь графика, как бы, ну, уже лучше, и сама игра, она более энергичная. То есть в нее мультиплеер валится много. То есть постоянно можно зайти, и всегда есть комнаты, в которых можно поиграть. Павлов, ну, Павлов это вообще здоровская игра. То есть хорошо, что такие игры есть на квесте. Контракторс, не знаю, говорил или нет, при покупке его для квеста второго вы получаете и для квеста их. То есть у вас будет ПК-версия и квест-версия. Ну, в Onward'е такого нету. Такое есть еще The Walking Dead, тоже если вы купили для квеста, у вас будет она и на ПК. Это тоже здорово. Battle of Honor нет. Вот,
он только для квеста версия. Это тоже только для квеста. Vox Machine тоже для квеста. Ну, это как бы минус. Я, если честно, хотел бы, чтобы сделали, ты покупаешь для устройства мета игру, и она у тебя сразу на всех гаджетах может быть. Почему они так не делают, не знаю. Ну, это их проблемы. Еще, наверное, в будущем поиграюсь в Warplanes. Вот. Battle over Pacific. Там события происходят, Вторая мировая, Перхарму, американцы с японцами воюют. Игра очень зачетная. Мультиплеер тоже клевый. Я уже ее попытался, пару даже заданий прошел. И, может быть, даже ее прохождение сниму. Жду с нетерпением The Walking Dead 2. Очень-очень-очень хочется поиграть в нее. И Boneworks тоже выйдет, скорее всего. Boneworks вроде называется. Надеюсь, скоро. Вот. Ладно, всем пока. Ставьте лайки. Пишите комментарии, потому что у меня видос, скорее всего, ну, может, не скорее всего, но, возможно, криповые. Вот. Так что ставьте лайки и пишите комментарии гневные, что там, вот, я делаю как-то коряво, я буду их читать, смотреть, что я делаю не так, и пытаться исправляться. Все, всем пока. Пока-пока.